мудрость, которая касается почти всех решений. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что сделал. Потому что то, что ты сделал неудачно, это отрицательный опыт, это вошло в твой опыт. Самое ужасное — думать, а вдруг там, да? Не окликнул девушку, а вдруг это была судьба. Окликнул, оказалось, не судьба. Ну так не судьба, да? Ну ты, так сказать, да, понятно. То же самое, ты попробовал что-то сделать, там, обжегся, там, не твое. Ой, зачем мне это нужно? Отошел, да? А вот не сделать, потом будешь мучиться и думать, может быть, там. Поэтому, если говорить о совете, совет простой. Если есть возможность, временная, материальная, какая угодно, там, да? Попробовать. Приехать, понюхать, пощупать, что-то попробовать делать. Язык есть, наверное. Да, так давайте попробовать. Вдруг окажется, что вот, черт возьми, это ваше место. Это ваше место. Да? Да. Но единственное, что вот главное, никого не слушать, включая меня. Только себя, только вот там прислушиваться. Свою жизнь живу или не свою. Вот жить свою жизнь, никого не слушать, даже папу с мамой. То есть послушать, подумать и поступить так, как тебе хочется. Не мама.